Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. И сегодня после отпуска я, конечно же, ездила закупаться продуктами, ездила в магазин Лента. И хочу вам показать продукты, которые я купила, тем более, что вы меня неоднократно просили об этом, показывать свои покупки с магазина Лента. Я с удовольствием это сделаю. И вот такая вот большая закупка из Ленты у меня получилась. Давайте начнем с пола. Здесь у меня арбуз, он уже тут испачкался, по 17,99 рублей за килограмм. Ну, должен быть, наверное, вкусный. Дальше, здесь у меня в пакетах капуста, свекла по 13, ну, в общем, по 14 рублей. Картошка, ну, такая некрупная, и морковка. Так, здесь у меня бытовая химия лежит. Во-первых, вот это журнальчик. Я, кстати, всегда беру бесплатно журнальчик. Была скидка на полотенце и туалетную бумагу. Естественно, я взяла большую упаковку. Зила, кстати, нам очень нравится. Такая, видите, уже со снежинками. Взяла вот такой освежитель воздуха. Кстати, никогда не брала 365 дней. Решила попробовать. Вот такие лентовские таблетки для посудомоечной машины. Тоже, кстати, нам с мамой очень-очень нравится. Мой любимый кондиционер для белья вот такой. Я люблю именно голубенький. Также, кстати, мне очень понравился вот такой гель для стирки от марки Лента. Очень, кстати, здоровский для черного белья. И я как-то в первый раз увидела вот такой кондиционер для белья российского производства вместо духов. На белье держится 14 дней. Ну, попробую. Потом, если что, расскажу. Взяла с ароматом зеленого яблока и грейпфрукта. Ну, для мужчин моих как раз. Ну и дальше продукты. Сахар 2 килограмма. Это водичка маленькая сыночку в школу. Дальше здесь соки. Яблоко, вишня, яблоко, мультифрукт. Молоко обычная большая упаковка. Еще вот такие вот соки. Томату-сельдеряту. У меня любят муж и мама. И вот такой еще сок новый. Ну, я, по крайней мере, не видела такие. Вишня, мята. Не знаю, попробуем. Вот. И мое любимое не молоко. Мне очень нравится. Мне и маме. Мы с удовольствием его пьем. Но по вкусу нам нравится именно шоколадное. Потому что, которое обычное, оно такое кисловатое слегка. А дальше. Сгущенное молоко. Вот такое алексеевское. Я, кстати, очень... Мы любим его всей семьей. Кетчуп мистер Рико. Я все время покупаю большую, потому что у меня дети любят все с кетчупом есть. Для мужа взяла вот такой соус, тоже на него скидка была. Он любит у меня всякие такие штучки. Так, сахар, водичку показала. Дальше вот такие вот хлебцы хрустящие. У меня детки любят, и мама тоже, медовые. Именно вот эти сладкие они любят. И вот такие клюквенные. С удовольствием едят. Вот такой йогурт у меня любит муж с фисташками, ему две штучки. То есть тут отдельно именно орешки идут, которые засыпаете в йогурт. Очень, кстати, вкусный, мужу нравится. Такие йогурты тоже они на скидке были. Это с гранат малина, манго, семена чиа, красный апельсин и кокос ваниль. Деткам вот такие палочки любят. Печенье Мария. Тут выяснилось, что у меня, оказывается, дети любят. Мама себе его покупает. И дети, в общем, хлопали. Поэтому я купила еще одну пачку. Детки у меня также любят вот такие хлебцы. Они как вафельки. Тоже очень вкусные. Печеницы юбилейные. Тоже детям. Купила один гранат. Не знаю, не покупала в этом году гранаты. Побоялась, что будет кислый. Поэтому взяла один. Но у меня гранат едят только я и мой старший сынок. Два кусочка сыра, один обычный, ну, такой пошехонский, и второй голландский я взяла. Так, дальше хлеб. Тут порвала пакет. Вот такой хлебный дом. Это очень вкусный он. С геркулес со злаками. Обычный батон лентовский, кстати, неплохой батон вот этот вот. И вот такой люблю тоже хлеб, многозерновой, 5 злаков и семян. Кельм вот этот, ладушкин. Видите, он такой прям с семечками внутри прикольный. Дальше макароны, такие
байсад, да, называется, из твердых сортов. И вот такие вот тоже были на скидке. Вот эти, кстати, очень вкусные вот этой фирмы макарошки. Такие, да. Дальше. Вот такие штучки, я их, кстати, вам уже показывала не раз. Очень нравится. У меня муж с собой берет, машину бросает. Они тут с разными вкусами. Вот мне, кстати, больше всего нравится яблоко или вот этот вот фрукты и злаки. Даже вот эти фрукты и злаки вкуснее. Как детская пюрешечка, такой очень вкусный. Вот. Еще там есть вишня, банан, яблоко, виноград. Тоже очень вкусный. Но мужу нравится такой. Дальше. Вот такие батончики. У меня и муж, и старший сынок очень любят их. Это со вкусом банана и со вкусом клюквы, да, я так понимаю, в общем, набрала их тут много им. Все-таки я купила еще варенье из Кизила. Решила попробовать его, вот этой марки. Она, кстати, очень вкусная у них. Вот предыдущие из инжира и из грецкого ореха я показывала, тоже очень вкусную съели. И теперь вот решила из Кизила попробовать. Сардельки. Вот такую колбаску. Мне, кстати, вот эту колбаску очень любят все. Ленты, золотой стандарт. Такую квадратную, как мы говорим. Дети, у меня колбаса из Майнкрафта. И вот такую по-черкизовски вареную колбаску тоже взяла. Дальше здесь у меня фарш говяжий. И курочка. Здесь две упаковки ножек и две упаковки грудок. Так, потом тортик полярный, ну, чипсы по маленькой пачке детям. Здесь у меня два лимончика, бананы. Вот. Сметана 10%. Вот меня спрашивали, кстати, где купить сметану 10%. Она продается в ленте от марки Простоквашино. И еще одна марка делает сметанку 10%, не помню какой марки. И также там были скидки, я говорила, на полотенце, туалетную бумагу и также на салфетки, все кроме 365 дней. И я решила взять уже к Новому году, так сказать, подготовиться. Вот взяла вот такие салфеточки и вот такие на Новый год уже. И вот эти вот просто у меня у мамы скоро будет день рождения в декабре, поэтому думаю, как раз они пригодятся. Вот. И себе я купила вот такой крем для тела от Натуры Сибирики. Я же все Натуру Сибирику покупаю, поэтому решила вот такой взять себе. И крем Нивея. Я, как и многие, очень люблю этот кремушек. Периодически его себе покупаю. Тем более такая очень красивая упаковка. Мне очень понравилась. А это я купила омега-3. Я зашла в обычную аптеку. Ну, как-то вообще ничего как-то не нашла. Как-то захотелось мне попить омегу. И взяла опять Доппельгерц Актив. Ну, в общем, пропью. Потом уже, может быть, что-нибудь другое куплю. И самое главное, в ленте за 1100 я купила себе вот такой чайник. Это как бы заварочный чайник. То есть он уже внутри идет с сеточкой для заварки. Вот так вот выглядит этот чайник. То есть внутри здесь уже в самой крышке сюда можно насыпать заварку, и сразу же у вас, ну, это как, в общем, как заварочный чайник на 1,5 литра. И здесь также, видите, можно выставлять любую температуру, ну, плюс поддерживает он температуру, также греется. В общем, сейчас мы с мамой заварим какой-нибудь вкусный чай, наверное, с Турции, который я привезла, и я вам покажу, как он работает. Но мне кажется, за 1100 должен быть, наверное, неплохой чайник. Вот на 1,5 литра, 220 ватт. Вот. Вот такие вот у нас были покупки. Вон там уже собака у нас учуяла еду. Арбуз сторожит. Да, Моночка? Бона. Она, кстати, у нас, да, любит кушать арбуз. Ну, это вот такое с от корочки. Ну, не только корочки, она и так с удовольствием поест. В общем, охраняет арбуз. Да? Да. В общем, вот такая вот у нас большая закупка была. Да. И за все вот это вот я дала где-то 7,5 тысяч без чайника. Чайник мне пробили отдельно, чтобы был чек для гарантии. Вот он вскипятил, когда кипятит, горит красным цветом. Молодец, сынок.
Вот. И вот эта штучка снимается, сюда засыпали как раз турецкий чай. Сколько ты засыпал? 4 ложки. Чайный? Чайный, да. Там написано. Там написано вообще 2-3 ложки. Да, 2-3 ложки. В общем, 4 ложки. Сейчас попробуем с мамой. Вот. Просто вот так снимается крышечка и вставляется тут. Лёля, я что съем? Вот так закручивается. И будет теперь завариваться чаёк. Догревание, да? Вот, и мы поставили с мамой на подогрев, и он будет подогревать в течение 2 часов. Как раз будет завариваться чаечек, и видите, горит индикатор красненький, что включен режим подогрева. В общем, мы с мамой тут разбираемся. Вот такой вот чайничек у нас замечательный. Да? Мне кажется, это как раз чайник для ленивых, таких как я, кто не любит себе заваривать чай, такой листовой, а пить чужой чай очень любит, да. Вот, из чужих чашек. Я люблю так делать. И у мамы постоянно чай допиваю. Да. А так будет постоянно у нас чай вкусный. Вот. Будем вот это такое переварить. Хорошо. Я надеюсь, вам понравилось такое видео, оно было для вас полезным и интересным. Обязательно подписывайтесь на мой канал, оставляйте свои комментарии, не забывайте нажимать колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Всех люблю, целую и до новых встреч!